леденец, бубенец. Я не взял леденец. Что ты орешь? Ты что орешь? Она бежит! Ловит, блядь! У нее что, нож? Ты еще ебанулась? Блин, ты что такое резвая? Ой, блядь, напугала мразота, пугала, еще одна мразь, я ща обосрусь. Опасайся деревьев, они тут везде. Ёпта, а что, с тебя что-то выпадет, ты как пинята. Что, в мясо? Ага, прошли. Ух ты, твою мать! Блядь, дерется ногами. Брейкдансер, это брейкдансер. Ой, ну слушай, приятненько, сверчки, дождь, класс. Я думаю, нам нет смысла даже пытаться заходить. А я выйти хочу. Я устал бояться. Все, врываюсь, сука. Никого нету. Дай, где? Выбрось к херам эту палку. О, спасибо. Это дробовик. Вот он где родненький лежал все это время. Вот он где он был. Вечерочек, ты на канале GT Games, где мы с тобой играем в разные игры. Мы продолжаем, как и до этого, край эфир. И, возможно, это будет финал. Вот смотри, есть ли смысл сейчас мне тут ходить и проверять, есть это тут или нет? Вот я же потрачу патроны, а вдруг тут кто-то есть? А мне потом бежать через эти места придется. Я, понимаешь, просто наперед думаю. Я просто думаю наперед, чтоб тут никто, да пропустите меня, никто и не мешался. Но тут очень... так, нам наверх, смотри, нам наверх. Какой кошмар, это плесень, это, сука, плесень. Понимаешь, что будет в своем доме, если будет плесень? Это вообще опасно. Я потом хер выведешь эту плесень. Вон, видишь, люди как кричат, может, у них плесень дома. Вот у тебя появится плесень дома, тоже будешь так кричать. Так, нам... Ну, да, туда... Это я делаю, считай... Какой кошмар, что это? Господи, где я? Ну туда, тут ничего. Очень-очень странно. Зачем делать? Просто припугнуть, видимо. Так. Я готов. У меня... Ебать, что так темно? Текстуры, прогрузитесь, пожалуйста. Ужас. Сука. Так, опа. Никого нет. О! Здравствуйте. Подойди. Нужно обсудить кое-что. Я хочу поговорить. Какого хрена ты там хочешь? Ты спятил. Подойди ближе. Я достаточно близко. Еще ближе. Я не могу, эта чертова решетка загородила весь проход. Еще, а что, вы обняться хотите? Поэтому я и хочу, чтобы ты подошел ближе. Я помогу тебе открыть ее. Как? Мне нужен пистолет. Да че, блядь? У тебя есть пистолет. Подземка. Парень, которого ты пристрелил, припоминаешь? Мне нужен новый пистолет. Слушай, почему бы тебе просто не открыть ворота? Я устал от всего этого. Нет, в боулинге на дорожке есть новый пистолет. Принеси его мне срочно. Если я сделаю это, ты откроешь эти ворота? Да, у меня есть ключ. Дай мне пистолет и получишь его. Ладно. Что в смысле, файн? Что? Подожди, я тут похожу, посмотрю. Ты ж не уйдешь никуда. О, патроны. А, подожди. Ну, у меня есть пистолет. Ага. Так. Ну, подожди, в чем прикол? Типа, это... Как... Вы мне хотите дать выбор? Типа, доверюсь я ему или не доверюсь? Да я не особо ему верить хочу. Мне такое вообще... Просто непонятно, он то ли хороший, он то ли плохой. Его все пытаются выставить, что он какой-то тварь. А может, он и не тварь, может, он нас спасет. И, наверное, в этом как раз и весь прикол, что я должен решить отдавать... А тут другого выбора нет. А, подожди, я выше поднимусь, смотри. О!
Сука, напугала меня. Сохранение. Ты смотри. Смотри, а я сейчас делаю вот так. Я сейчас, короче, сделаю вот так. Я делаю вот так. А вот если я сейчас в него выстрелю, он же умрет. И все, он же босс. Я сейчас, смотри, игру закончу. Наблюдай. Наблюдай, смотри. Ах ты, сука. Ну, подожди. То есть я вот так возьму. Я к тебе подойду, и ты мне его заберешь? Нихуя. Нет. Не прокатит, нет. Я не согласен. Бля, а что за код? Опасно для жизни. Кодовый замок. То есть я тебе пистолет, а ты мне кодовый замок или что? Я нигде тут кода не видел. Я ему до последнего не хочу отдавать ничего. Но как будто это по сюжету положено. Я просто думал, мало ли что. Я просто знаю, что здесь есть варианты концовок. Но я не хочу ему давать ничего. Лучше сходить принести ему тот пистолет. Тот пистолет. Доктор сказал, что он в боулинге. А, то есть мне нужно именно прям сходить за специальным пистолетом для него. О! Ёб твою мать, ты что такое? С топором? Я даже тебя не... Я только ходил по первому этажу, ты чё, охерел? Ну, здрасте. А топор-то взять нельзя у него. Но это, видимо, они тут и орут. Внизу, оказывается, орут. Ну, в боулинг туда. И что нам тут? Так, там не боулинг. Боулинг здесь. Но мне мало патронов. Пистолет. Я же тут что-то брал. Вот мне говорят то, что записка о Пурнеле. Есть нечто странное, там доктор Пурнеле. Возможно. Блин, ну это мне ничего не говорит. Вон, пистолет. Инвентарь полон. То есть ты хочешь сказать, чтобы я выкинул вот этот пистолет? Сколько у меня в нем патронов? Много патронов. А как тут это выбросить для тебя? Выбросить. Давай возьмем тот пистолет, раз ему тот нужен. О, нифига. Но он пустой. Блин. Смотри, суки, смотри, суки. Они сейчас по-любому появятся тут еще. Я ж типа взял пистолет без патронов. И они сейчас появятся. Просто возможно, тут действительно есть вариант не отдавать ему пистолет. Ну, я такого выбора очевидного не вижу. Да, а, вот, дать ему оружие, не дать. Во-первых, он мне нахер не нужен. Я таких патронов даже не видел. С другой стороны, он же хер пойми что творит. А может он спаситель? Может он нас выведет отсюда? Давай думать рационально. А он нас встретил первый раз, и он нас не начал убивать. Он нас ничем не колол, ничего не делал. Но потом мы увидели, что он убил какого-то типа. Может это плохой тип был? Ты ж не понимаешь, нам же не показали всю картину. Может... Все что угодно может быть. Поэтому, возможно, мы ему дадим оружие. И у нас все равно этого оружия никогда в жизни не было, и патронов к нему нет. Что нам его хранить? Я думал, что он босс. Следовательно, нам нужно нет нажать. Потому что он, может, нас убьет. Но в целом у нас было сохранение, поэтому... Ну, давай... Дадим, короче, ну, забирай. Не знаю, зачем это делаем, все равно у него нет патронов. Вот, а я тебе о чем говорю. Теперь дай мне ключ. Он сейчас скажет тебе код. Спасибо, Саймон, я рад, что ты смог довериться мне. Ну и взамен вот, он тебе просто код скажет. Он тебя наебал, он не откроет эти двери. Ах ты,
сучий Поттер, гребаный псих, теперь тебе крышка. Ты чё, пидор? От сука! От сука! Ключ от решетки. Ключ, который дал мне доктор. От сука! О-о-о! Еще какой-то орет. Это они так орут, как... У него, видел, у него... У него вместо головы какой-то маршмеллоу с клювом. По крайней мере, мне так показалось. Ну, здрасте. О, смотри, я что заметил? Он меня жизни лишил. Он мне жизни уменьшил. Прикинь, сука, вон они красные. С ними ничего сделать нельзя. Не надо было ему отдавать пистолет. Ну вдруг он хороший. Да, он может и убил кого-то. Но я же тебе говорю, мы не знаем всю картину. Это нормально, что мы не знаем. Это даже в суде они так... Все равно они сначала решат, что там с человеком делать. Может, человек-то хороший. Найдите телефонный номер. Используйте мышь для обзора, клавиши действия, атаки для выхода. Ясно. Да тут занято, не звони, я сбросил, сука, выйди. Конечно, выйди, пожалуйста. Мне все прослушивать приходится. Ну, и смотри, выбора-то особо не было. Ну, тут не сказано, что... Так. Не сказано, что... Мы где-то можем ключ найти. И что я должен увидеть-то? Что мне тут нужно найти? Нахера я это смотрю? Найдите телефонный номер. Ключ. Какой-то ключ. Так, ну будем дробовик выбрасывать. Ключ от ординаторской. Сука, а где здесь ординаторские? Ну, доктор запер эту дверь на ключ. Ищи еще ординаторскую. Ну, здрасте. Какая в жопу ординаторская? Ну, тут в целом тоже можно понять. Ищи просто закрытую дверь. Да? Вот, вдруг-то ординаторская. Ох ты, ёб твою мать. А ясно. А почему ты... Да, вот смотри, он какой-то Буратино. Злобный, мать его, Буратино с топором. То есть... Вот здесь нужен код. На кодовый замок. Мы сюда не поднимемся. Так я не проверил. Это подходит? Не подходит. Не подходит. Где тут еще закрытая дверь? Да твою мать! Что ж ты такой? Хватит! Вас тут много чего-то как-то. А жизни мне не так много. Класс. Давай, короче, внимательней ходить. Эта дверь открыта. Вот нам сюда. Это ординаторская. Опа. Это мне не нравится. Это... Кто-то плачет. Заходи. Заходи. Если ты стучишься, заходи, я не закрытый. Тут много места. Я уже сходил. Да что ты орешь? Открой дверь мне. Или ты плачешь, потому что меня закрыло? Что, ты кирпичи наложила? Левый обломок таблички. Похоже на левую сторону каменной таблички. На ней что-то выгравировано, но правая часть текста утеряна. Круто. А что дальше?
сука. Да какой ты... Все, это смерть. Это, блядь, смерть. Я даже его ударить не могу. Ну, глянь, он как орудует топором. Это все, это смерть. Это, блядь, смерть. Я не знаю, что делать. Это жесть какая-то. Так, смотри, я походу ему еще не отдал. Он тут? Вот я не знаю. Нужно сделать, как он сказал. Вот он ты. Он, понимаешь, если тормозит бензопильчик, мы просто спокойно бежали. А этот, сука, успевает выстрелить. Эта падла успевает выстрелить в нас. Не выстрелить, а топором нас ударить. Вот смотри. Я беру пистолет. Я выбрасываю дробовик. Выбросил, взял пистолет. Мы его сейчас отдаем. Пусть отдаем, раз уж так выбрали, значит так надо идти дальше. Значит так оно и будет. Но для этих ребят нужно ходить с дробовиком. Другого выбора я не вижу. Но я не совсем понимаю, для чего я должен смотреть на эти все штуки. А это нельзя пропустить? Нельзя пропустить? Ну, посмотрим еще раз. Вот, зачем он выстрелил? Он говорит, доверился мне. А смотри, только это желтая табличка сверху. Может, нам сюда? А там же не было патронов. Где он патроны взял? Кстати, ходим по одному и тому же месту. Ну, эту открывай. Дробовик мы потом возьмем. Вот он, ключ. И в них надо еще много патронов всадить. Ах ты, падла. Тебя еще прицелься. Так, ну тут надо полную обойму заряжать. Нормально. Нормально. А, так, а где ординаторская-то была? Ах, вот он ты, сука! Успел, прикинь, успел. Сейчас хорошо идем, вот сейчас мне не помешает за сохранение. Эта дверь открыта. Ой, ой, подожди, ой, ой, ладно. Уже никого вроде бы не будет, да? Будет, вылезет, но я его застрелю, я уже научился, все. Жалко, что вот это еще долго будет тут проходить. Но я посижу, подожду. Наконец-то. Я уже думал, таблички нет. Так, он появится слева. Нормально, видишь? Нормально. Хорошо получилось. Тоже хорошо получилось. Поэтому знай, если что-то случается, сначала проверяй, когда заходишь куда-либо. А иначе вот так на тебя нападет какой-нибудь хер с топором. Ты зашел в комнату, а там хрен с топором. Вот тебе раз. Опасно. Хоть дробовик на месте. Твою мать. Табличка. Ладно, лежи, я знаю, что ты тут. Но и мало, вот сейчас видишь, сколько приходится всаживать в них. А с ними даже вручную нормально не сразишься. Они дикие. А мне сумку до сих пор не дали. Я без сумки хожу. То есть в ней в принципе не было смысла. Тут может что-то есть. Я не вижу. Шприцы. Еще что-нибудь. А, мы прям выходим? А как я? Опа. Это тоже выбор концовки, да? Либо в это окно, либо... А сейчас я вообще выпрыгну.
я тут ничего не вижу. И тут я тоже ничего не вижу. Сейчас дверь взорвется. Смотри, сейчас подойду, она как... Я отодвинул задвижку. А, я понял, я вот здесь, да? Все хорошо. Да, мы сделаем вот так. Раз мы как-то сдвинулись с мертвой точки. Не знаю, зачем я это сделал вообще. Замок поврежден, не получится открыть. А на кой хер мы вообще тут находимся? У меня и фонарика нет, слушай. То есть я сюда запрыгнул просто открыть задвижку? А тут тогда у нас что? Нормально. Блядь, я пере... Все ясно, проиграл. Это конец. Там вторая табличка. Инвентарь полон. Выбрось пока шприц. Еще пока выбрать шприц. О, вот у нас много шприцов, слушай. Три шприца. Никто не появится? А как я так запрыгнул и не проверил? Вот сам тебе сказал, проверяй. И сам хер проверяю. Правый обломок таблички. Похоже на правую сторону каменной таблички. На ней что-то выгравировано. Но левая часть текста утеряна. Все, я уже нашел. Каменная табличка. Табличка собрана из двух частей. На ней выгравирован ряд римских цифр. 5, 1, 1, 7, 3, 8, 9, 6. Так. Замок поврежден. А, ну и вот как раз короткий выход, чтобы мы отсюда не спрыгивали. Все понятно. Все понятно. Это телефонный номер. Это телефонный номер, по которому мы позвоним. И нам... Так. Снова дубль 2. И нам скажут четырехзначный код. Правильно же? Правильно. Я считаю, что так и должно быть. Это потому что длинный номер. Там 4 цифры. Стоп. Ты что меня обманываешь? Ну что за приколы? Вот это мне нахера. Что я должен тут увидеть? Дверь, выход. И что? Дерево. Ворота. Не видно же, ни черта. Так, мне нужно запомнить. 5-1-1. 5-1-1-7. 3-8-9-6. 5-1-1-6. 3-8-9-7. Идет гудок? Звонок? Я попал? Я правильно звоню? Нет. Может, я попутал номер? Может, мне не R надо было нажать? 5-1-1-7. А, 3-8-9-6. Угу. 5-1-1-7. 3-8-9-6. Р. Сейчас должны дозвониться. О! Алёшки. Сам себе звонишь, прикинь. Вот это даешь. А, вон кто-то сидит. Он мне код показывает. Быстрее, быстрее смотри, быстрее смотри. Чё за загадки? О! 1-7-8-9. 1-7-8-9. 1-7-8-9, я запомнил. Проверьте, не спрятался ли доктор на чердаке. А он ушел. Вот так. Мы должны были записать. Нет. А что не записывает? Раньше все записывал. 1-7-8-9. А, ну это же. 1-7-8-9. Ну. Подожди. А если бы я не отдал пистолет, то что бы произошло? Замок открыт. Ясно. Пойдем. А,
А табличка мне, она же уже не нужна, по идее. Я пойду за дробовиком схожу. Табличка тут пусть полежит. Ну давай, пойдем. Но он все-таки сука оказался, получает. О. Это что, тут будет финальное сражение? Слышь, смотри, у меня тут все серьезно. Мне не нравится это. Мне это не нравится. Он тут по-любому будет каким-нибудь непонятным существом. И так тихо, заметь, так тихо. И везде, разбросаны шприцы, да я... Вот ты где. Теперь ты труп. Ты уже покойник, мать твою. Доктор, прикинь, натуре. 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 Ты что? А? У тебя что там? Дигл? Я не знаю, что? Магнум? Что у тебя такое? Три. Только не смей ко мне подходить. Я тут пока в безопасности. Я думал, он не подойдет. Я думаю, он сыкло. А вот я к нему сейчас, как побегу, я ему прям в ебало выстрелю. Или он мне... Не, ну это что? Он... Это нечестно. Это я так хотел сделать. Это что за херня? Ты что, ёбу дал? Это был мой выстрел. Мой, сука, выстрел. Ты, мать твою, покойник. Как ты замечал, мне очень тяжело. Очень тяжело дается стрельба в кровь-эфир. Очень, сука, тяжело. Я по чуть-чуть вылезу сейчас как тебе. А где он? О! Вот он. Так, тихо, тихо. Я тебя, блядь, сейчас выманю. Ты что там бегаешь? А ну, вылези. Нормально, давай. Хватит бегать. Вот так. Ты что там? Полег? Я хитрый. Я не хочу с тобой тут долго сиськи мять. А ну, вылазь. Запоминай, это видишь, это я лайфхак тебе показываю, как с ним надо сражаться. Да хватит прыгать, как заяц. Что у тебя шило в жопе? Сейчас я тебя, блядь, выстрелю, как побежишь. А, ну или так. Сейчас побежит, смотри, сейчас побежит. Ах, блядь, не успел. Сейчас опять побежит. Не попал. Опа. Вот это у тебя скорость, конечно. Ах ты. О, попал. Он, так, слушай, не очень рабочий лайфхак. Не очень рабочий лайфхак. О, ясно. Так, значит, делаем вот так. А, да, шприц. О, это подстава, блядь! Это нечестно! Ты чё, падаль? Падаль, блядь! Ты прикинь? Это чё за крысы? Я думал, это он меня решил пострелять. Ах ты, сучий потрох. Ах ты, тварь, блядь. Сука, вылези. Хватит бегать. Вылазь, сука. Блядь, косой. Давай. Вон он бежит. Вон стоит, мразь. Видишь? Видишь, что творит? Иди сюда. Да ты в него будешь стрелять или что? А, это вы мне патроны, блядь, будете подавать таким образом. Ну, круто. А можно мне не таким способом патроны подавать? Ебаться. Так. Главное, чтобы никто не бежал. Главное, чтобы никто не бежал. Мы его сделаем.
Осторожно. Надо собраться. Если я с дробовика в него высажу. Давай с дробовика. Не, с дробовика лучше вот этих будем дурачков бить. Давай, вылазь. Нормально, нормально. Опа, перезарядка. Главное, чтобы там никто не бежал. Чуть-чуть осталось. Значит, он все-таки сука, я ему зря пистолет дал. Вот так вот и верь людям. Ну не верь людям в противогазах, все, не, никогда не верь. Никогда не знаешь, что у него там находится под лицом. Умри, блядь, последняя жизнь осталась, пока он до меня не добежал. Я за ним просто тоже слежу. Вот так тебе. А он будет там стоять, когда все это закончится или нет? Это что, конец? Саймон, одни лишь таблетки не смогут тебе прийти, не помогут тебе прийти в норму. Тебе нужно сделать нечто большее. Я рекомендую тебе новую временную методику под названием когнитивная терапия. Короче, применить новую методику. Что это? Ну, это ряд упражнений, которые нужно выполнять, чтобы ты смог забыть о том, что было в прошлом. Все эти плохие воспоминания и страхи, которые тебя тревожат. Ты любишь книги, Саймон? Я не знаю. А что? Хорошо. Я спросил, потому что я хочу, чтобы ты попробовал кое-что. Я хочу, чтобы ты написал книгу. Книгу о своих переживаниях. Ты бы мог сделать это? Наверное. Можно попробовать. Нет. Нет, нет. Фига ты дикий. Фига ты дикий. Саймон, ну ты дурак. Безопасно лишь дома. Это не конец. Это не конец. Покиньте психиатрическую... Это что? Для... Это револьвер. Это револьвер? Он, наверное, мощный. Инвентарь полон. Выбрось тогда. А где пистолет? Это ключ от черного выхода. На ярлычке написано черный выход. Так. Сколько у нас всего? Непонятно. Я сейчас выброшу его. Я сейчас выброшу его. Вот он, пистолет. Он невидимый. Сука, он невидимый. Тогда бросим его вот тут. Около врача, доктора вот этого. Что мы имеем по итогу? Я думал, это конец. Я думал, что это конец. Ну. Ага, тебя там нет. Ну и хорошо, и шприц нашел. И обойму нашел, которая мне сейчас не нужна. Так. Ну смотри. Это все? Это что, все? Серьезно? Не понял. Подожди. Инвентарь полон, говорит. Конечно, полон. Вы же у меня все забрали. А я, можно мне свет? Очень хорошо со светом было. Я прям думал, знаешь, как это... Все, мы... А это черный выход. Да? Нет? А где что черный выход? Где же я тут еще должен черный выход искать? Что-то я не понял. Там рассвет. Я думаю, что не так? Птички поют. Прикинь. А, я понял, где черный выход. Все, я... Мне незачем туда спускаться. Там же черный выход у баскетбольного этой площадки. Меня тут никто не пришибет. Подожди. Мы же на первом этаже. Вот выход. Нет смысла выходить наружу отсюда. Давай выйдем отсюда.
В смысле нет смысла? В смысле нет смысла? Вот он. А дверь открыта. Но я пошел за еще одним оружием. Я не верю. Возможно, действительно, это... Ну нет, ну посмотри, расцветает. Это нонсенс. Это просто нонсенс. Неужели это все? А тут что-то еще было? Нет. Пистолет мне нужен. Хотя, пойдем с дробовиком. Три патрона. Блядь. Я сейчас, знаешь, наверное, просто занимаюсь ерундой в целом. Потому что ничего это вообще нам не даст. Но... Ну, типа, что это финал, короче. Это все, выход наружу. Тут уже все спокойно, все хорошо. Это... Как обычно делают в играх. То, что вроде все, вроде... Все побеждены. Все. Найдите дорогу домой. А, вон мы туда, мы вот сюда смотрели. Отсюда. Найдите дорогу домой. Я думаю, что даже на нас нападать никто не будет. А вдруг будет? Я сейчас расслабил булки. А тут сейчас не расслабляй булки. Смотри. Я не расслабляю булки. Зачем мне дают патроны? И у меня нет револьвера. Я думал, это и есть револьвер. Но он не похож на револьвер. Мне это не нравится. Пошел обман. Пошел сплошной обман. Ну вот, вот видишь, это утро в сосновом лесу. Лепота. Вот, вот даже, вот знаешь, вот этот звуки этих птичек ты слышишь. И вот прям, прям аж лесом пахнет. Чуешь? Чуешь, пахнет лесом. Шашлычки. А, вот, вот сюда. Шашлычки. Всякое такое приятненькое. Костерчик. А еще холод собачачий. Это же утро, это же раннее утро. Еще и в лесу. Холод собачачий. Ой, красиво. Что это за место? Местечко отпад. Все, ребята, расстилаемся. Мы тут сейчас устроим барбекю. Тут что-то было написано, мне показалось? Мне показалось. Гребите при помощи клавиш движения кнопок. Кнопка use причали. А что за кнопка use? А куда мы плывем? Глянь, он нормально еще работает своей рукой, которая у него дырявая. Мне вот кажется, если ты греб веслом, ну нам, видимо, туда. Вот. Тут я не могу мышкой показать. Ну, вон к тому дому, скорее всего. Если ты греб когда-нибудь веслами, ты понимаешь, как это нереально. Это такая сила, такие усилия ты прилагаешь, чтобы веслом зачерпнуть воды. Этим грибалом этим. А он так нормально им орудует. Как будто ничего и не было. Ну красиво, посмотри, рассвет, красиво. А можем на shift ускориться, нет? Не можем. Ну ладно, потихонечку, я тебя не тороплю. А сейчас вот, вот он так сидит, да, на озере. О, утро раннее, рыбалочка. А, хорошо. А так просидишь и рыбу не поймаешь. А он еще и с дыркой. Прикинь. Вот это будет шок. Я сейчас мы остановимся на середине, такой, хочу порыбачить. Достает удочку откуда-нибудь из-под сидушки своей, на которой сидит. Такой, ебитесь вы все конем. Я хочу отдохнуть. Ну что, он за все это время даже не спал. Представляешь, это сколько мы играли, он даже не прилег. Не, может, какие-то моменты там было такое, что он где-то очухивался, а может и нет. Ну, суть такая, что это... Не очень хорошее. Не очень хорошее последствие. Ну, и опять-таки. Он же.
Это в ее голове все происходит, никаких монстров нету. Он же у врача сидит, врач говорит, пиши воспоминания, записывай все это. Но мы же ничего не писали все это время. Мы просто ходили и записывались на ебучие диктофоны, ну магнитофоны вот эти. И что, это наш дом? Кнопка U, кстати, на берег, сошел. Ну давай тут поселимся. Тоже опасно. Смотри, я тебе говорю, я расслабился. Я расслабился, потому что все, как будто финал. Ну как, кто будет появляться вот так вот, хотеть меня убить, да? Кто? Ты прикинь, он выключился, у меня почему-то вылетела игра. Я не знаю, что это случилось, в чем был прикол, но сейчас вроде все хорошо. Ну, на этом я тогда думаю закончим, потому что это не похоже на финал, сколько нам тут дают патронов и оружия. Поэтому продолжим и, скорее всего, закончим уже в следующей серии. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего!